Кем были наши предки, на каких языках говорили и во что верили, об этом могут рассказать камни. Группа исследователей посетила десятки сел и городов республики, где изучила заброшенные сельские погосты. Фотографии с описаниями опубликованы в книге «Имя на камне». Презентация состоялась на этой неделе. Сразу после новостей авторы проекта и эксперты соберутся в студии ТСВ, чтобы обсудить важные открытия, способные пролить свет на малоизученные страницы нашей истории.